Другим темам. Хлебопеки и кондитеры Сибири подготовили предложение по изменению федерального законодательства в сфере госзакупок. Сейчас им сложно конкурировать с полулегальными пекарнями. Получается, что 35-30%, ну, скажем так, населения не имеет права выбирать себе еду или там кусок, какой хлеб ему купить, то есть как в магазине прийти. То есть за него кто-то решает. А решают сейчас только по одному критерию. Решают по критерию цены. Качество не учитывается, и требования, функциональные требования к продукту не учитываются. Хлебопеки предлагают внести в конкурсную документацию дополнительные требования к участникам. В частности, обязать поставщиков проходить ежедневные проверки качества в сертифицированных лабораториях и внедрить на производстве систему, которая гарантирует безопасность пищевой продукции. Крупные производители хлеба уверяют, что, к примеру, в Новосибирской области в прошлом году треть торгов на поставку продуктов для медицинских, социальных и образовательных учреждений выиграли фирмы-однодневки, часто без собственного производства, с фиктивной регистрацией на стадии банкротства или ликвидации.